продовжуємо програму, як обіцяли ще на самому початку. Сьогодні поговоримо про аукціон, де продають законно людей. Отже, прямо зараз у нас ранковий гість. Що сьогодні в гостях у нового дня організатор цього аукціону Дмитро Місірьов. Вітаємо вас. Доброго дня. Дякуємо за те, що зранку ви з нами. Отже, про благодійний аукціон, де продають людей, розставляємо крапки над «і», тому що в нас попередньо була поліція, діти вже телефонували на гарячу лінію, щоб ніхто нікому не заявляв. А що взагалі за ідея, як вона виникла? Ну, ідея не нова, ідея проводиться за границей в багатьох містах, в багатьох країнах, і участь в ній приймають відомі люди із шоу-бізнесу, політики, і продають можливість побеседовать с ними, провести время за ужином, и пускай деньги вырученные уже на благотворительность. Как индивидуальные ужины, так и групповые. Да? И идея эта была мне знакома, и таким катализатором послужила сейчас в сетях Фейсбука проводится подобная идея по поводу свидания благотворительного. И вырученные деньги идут на помощь животным, по-моему, организация «Феникс». И вот так она появилась. А по поводу вот предварительного участия, вы где-то принимали участие в подобном? Нет. Нет, да? Нет. Ну, думаю, мало ли, может быть, и это послужило уже причиной. Как охотно люди шли на такой аукцион, предлагали свои кандидатуры, да. И как вообще вы с ними договаривались? Перед тем, как его начинать, я поговорил там с 5 своими друзьями, знакомыми с Фейсбука и предложил им поучаствовать в качестве гостя. Кто-то согласился, кто-то нет, но я понял, что, в принципе, идея поддерживается, идея интересна, и все было хорошо. Потом уже люди стали сами присылать свои кандидатуры, добавляться, просить тоже поучаствовать. Вот как кто-то меня продал, потом поставил в известность. Да, хочется открыть небольшую тайну. У Виктора Дьяченко мы тоже продали почти. Почти, да. Почти. Еще продажа длится, можно еще покупать. А по поводу того, вот ужины, очень там бурное обсуждение. Сначала условие было 50 гривен шаг, вот да, можно повышать на 50 гривен, но некоторые писали там уже сразу огромную сумму. Как чтобы быть, это было правильно принять. Принимается в любом случае? Ну, наверное, да, тут моя немножко вина, я не указал, что шаг не должен быть меньше 50, или шаг должен быть кратен 50 гривен, да. То есть, ну, в принципе, я думаю, такие ставки принимаются, и, ну, по сути, чем больше денег, тем лучше. Только для за результата. А по поводу денег, которые собираем, есть уже конкретная цель, кому эти деньги пойдут? Да, они пойдут отделению онкогематологии в детской областной больнице. Угу. На что конкретно они идут, я встречался с руководителем этого отделения, они мне пообещали в течение сегодня-завтра прислать список необходимого оборудования, медикаментов, которые им нужны сейчас. И мы уже посмотрим по той сумме, которую мы соберем, что мы можем купить. То есть это будет не мебель, не игрушки, не мандарины, апельсины, это будут необходимые вещи. То есть покупкой этих вещей будете заниматься именно вы, организатор? Да, я их куплю, я их передам по акту прямой передачи, чтобы все было. То есть никто не будет давать деньги. Это вот оптимальнее всего, да. Когда так уже происходит, когда организаторы могут сами приобрести и быть уверенными, что деньги не ушли куда-то. И кроме того, я выложу обязательно распечатку с поступивших средств, которые получились, увезли до аукциона, и то, куда мы их потратили. Первая покупка ужинов уже состоялась, уже есть первые ужины. Хотелось бы об этом узнать, как прошло и действительно. Кого продали? И пришли ли уже деньги? Значит, все ли выполнено? Насколько я знаю, да, ужин прошел у Ирины Малышевой, известной николаевской тренер, которая популяризирует движение TRX в направлении фитнеса. Они провели замечательный ужин, деньги поступили на счет, так что ребята довольны, всем все понравилось. Какой максимальный был лот из тех, кто уже прошел? Из тех, кто прошел, максимально, по-моему, 10 100 гривен, насколько я помню. Это было за Юрия Бирюкова. Ну, пока и деньги еще не поступили, потому что он закончился только вчера или позавчера. У нас есть фотоматериалы. Да, можем посмотреть как также. Аукцион. Я хочу сейчас также по поводу вот денег еще поговорить, по поводу вот 10 тысяч. Я так понимаю, что некоторые участники просто шокировали всех, сразу давали сумму там 10, 100 и так далее, уже никто больше не боролся. Ну, было и такое, но вот за Юрия Бирюкова давали 10 тысяч, потом все-таки поставили 10, 100. Были люди, которые перешли за психологический порог. Сколько еще будет длиться аукцион? Могут ли люди сейчас присоединиться, те, которые готовы предложить свою кандидатуру для того, чтобы помочь детям? Да, мы хотели вручить оборудование и медикаменты на День Святого Николая, поэтому я везде озвучил в своих постах на Фейсбуке, что я принимаю до 10 числа, до 10 декабря, то есть до завтра, от всех желающих.
свои просьбы, заявки, да, и желание поучаствовать в этом. Ну что ж, будем надеяться, что людей будет побольше, и, соответственно, суммы будут побольше, чтобы можно было купить не только медикаменты, но уже какое-то оборудование. Конечно. Потому что понимаем, что оно стоит не 10 и не 20 тысяч гривен. Будем надеяться, что такие акции будут проводиться чаще. Да, я надеюсь, что они будут продолжаться дальше. Есть в планах вообще на какой-то, может, еще праздник, либо это без праздника? Я думаю, да, это будет уже в следующем году. И, ну, аукцион успешен, в принципе, по тем ставкам, которые сейчас, это уже порядка 40 тысяч гривен, которые были собраны за полмесяца. Угу. Поэтому, думаю, стоит пройти дальше, и, возможно, будет уходить на более такой украинский уровень. Угу. Есть знакомые по всей Украине, которые могут ужинать в своих городах, в Киеве, во Львове, в Одессе, а деньги переслать уже на нашу карту и в счет нашей бюджета. Ну что, у нас еще 14 февраля и еще 8 марта. Да, праздников, да, много. Много. Можем праздновать и можем, самое главное, разыгрывать людей. Да. На деньги, опять-таки, звучит сегодня. Сегодня все звучит как для полиции. Мы вас благодарим. Спасибо. За то, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали. Я думаю, что зрителям нашим мы еще объявим уже в одном из осмотров интернет-новостей о результатах, сколько собрали и куда были потрачены деньги. Нагадуємо ще раз, что сегодня у нас в гостях был организатор аукціону Дмитро Мисерьов. Дякуємо вам. Бажаємо дійсно наснаги на нові аукціони і робити такі добрі діла для наших малюків.